M1 Global presents. У Александра Сетрова сейчас будет тоже тяжелый бой, потому что соперник непростой. И с Александром мы тренируемся уже долгое время вместе. То есть я постоянно наблюдаю за ним в зале. И могу отметить, что Александр от боя к бою растет. Он постоянно совершенствуется. У него есть желание совершенствоваться и есть желание драться. Я желаю ему удачи и надеюсь, что он выиграет свой бой.